Всем большой и пламенный привет! Попробуем сделать дневной макияж глаз, вытянем и усилим концентрацию пигмента цвета глаз, плюс скорректируем светотень на лице, подчеркнув естественную красоту. И сделаем это одним продуктом и всего лишь пальчиком руки. Нам потребуется бронзер или корректор с холодным подтоном на два оттенка темнее кожи лица, без рыжины, так как наш теневой рисунок на лице должен выглядеть естественно. Начнем со скул. Мизинчиком находим скуловую кость и по ней продвигаемся до середины. И тыльной плоскостью мизинчика оттягиваем цвет наверх, тем самым растушевывая. Вы можете, если потребуется, скорректировать и овал лица, а также нос. Следующий этап – брови. Заполняем поверхность волосков кончиком пальца, так, чтобы выделить естественную форму брови, как бы причесывая волоски и укладывая, придавая объем. Коррекция глаз. Углубляем внешний уголок. Пальчиком сдвигающими движениями продвигаем оттенок к середине подвижного века, не оставляя границ. Растушевываем. Для открытого взгляда подчеркиваем тень по складке и поднимаем пигмент вверх для аккуратного незаметного теневого перехода. Ресничный край мы можем затемнить. Смачиваем пигмент гидролатом и аккуратно создаем дымчатую вуаль по линии роста ресниц. Это дополнительно придаст контраст и выразительность взгляду, усиливая цвет радужки глаз. По желанию можно слегка выровнять теневой оттенок на щечках для баланса и пропорциональности в чертах лица. Завершающим этапом придадим объем губам. Легкими штриховыми движениями акцентируем контур губ, растушевывая и затемняя центральную верхнюю и нижнюю часть губ. Притемняя эти части, тем самым увеличиваем центр, где оттенок получается более светлым. За счет этого объем губ визуально увеличивается. Макияж 5-минутка одним средством при помощи пальчика рук, а точнее мизинчика, готов. И даже куда-то опаздывая, вы можете выглядеть свежо и очаровательно.